Отопительный сезон в Петропавловске стартует 24 сентября. Соответствующее постановление подписал мэр краевой столицы Виталий Иваненко. Об этом сообщает его пресс-служба. Там отметили, что к отоплению дома Петропавловска будут подключать поэтапно. В течение нескольких дней теплоснабжающие организации будут производить заполнение и регулировку систем. К концу недели тепло должно появиться во всех домах краевого центра.